Снова всем привет! Сегодня мы будем делать у нас вишневую настоечку, так как лето уже заканчивается, уже практически середина августа. Собрал последние вишенки с дерева. Ну и в общем решил сделать вишневую наливочку, настоечку. Ну, в принципе, называйте как вам нравится. Ну, не в этом суть. В общем, имеем мы 1 литр бухла 45%, имеем 3 столовые ложки меда и, соответственно, вишня. Ну, начнем, пожалуй, с меда. Зальем его сюда. Пусть он пока там осваивается в нашем продукте. Так. Мед предварительно я разогрел, чтобы он пожиже был. Ну и дальше самое интересное начинается. Берем ножичек, берем вишенку. Ну и каждую вишенку вот так вот прокалываем, надрезаем и пуляем туда. Надрезали, бросили. Надрезали, бросили. Ну и так далее. Я думаю, процесс понятно. Ну, весь процесс я, конечно, вам показывать не буду, но покажу, сколько у меня получится здесь наших вишенок. В общем, смотрим. Итак, ребят, в общем, все вишенки я подчикал, закинул. Вид такой непрезентабельный, цвет получился никакущий. Но, в общем, это не самое главное. Самое главное, что мы все сделали. Я так думаю, вы понимаете, для чего я порезал, потому что мы будем использовать нашу вакуумную крышечку. И весь сок у нас будет высасываться за счет вакуума. Ну что, погнали. Будем выгонять воздух и сок. Вот. Все у нас уже высасывается. Все лишнее оттуда уничтожится. Высосаться. Ну, вот, я думаю, достаточно. Все тщательно перемешаем. Вот такая вот у нас бурда получилась. Конечно, вишня маловато, но собрал, что есть. Вот. Теперь все делаем. Ставим в темное место, в шкафчик. Ну и периодически 2 раза в день, ну или 1 раз в день потряхиваем. Ну, а через неделю, в принципе, посмотрим, что у нас получилось. Предполагаю, должно быть обалденно. Ну, хорошо, погнали, ставим. Итак, ребят, в общем, прошла неделя. Получился у нас вот такой вот вишневый цвет. Сейчас отожму через марлю, процежу через ватный диск и через ватный фильтр. Ну, в общем, покажу, что получится. Ну и расскажу про ароматические характеристики, что получилось. Короче, что, погнали, сейчас фильтрую. Так, ребят, вот так вот, значит, это выглядит после того, как я отжал через марлю это все дело. То есть, в принципе, мутноватый такой оттенок. Процедил через марлю. Сейчас все это дело через ватный диск жахну. Посмотрим, что получится. Так, ребят, в общем, отфильтровал через ватный диск. Как видите, чуть попрозрачнее стало. Теперь через ватный фильтр. Попробую профильтровать. Что из этого получится, посмотрим. Ну, в общем, чуть-чуть попрозрачнее стало. Посмотрим, будет ли вообще прозрачный или нет. Ну что, заливаем, фильтруем и смотрим. Я думаю, будет поинтереснее. Ну что, в общем, погнали, отфильтруется, посмотрим. Ребят, посмотрите, короче, блин, через ватный фильтр все профильтровалось. Посмотрите, какой кристально-прозрачный цвет. Вообще, это охренительно. Ватный фильтр работает. Сейчас налью бутылочку, посмотрите цвет. Обалденно, вообще. Никакой мути абсолютно. Охренительно. Чистая вишневая настоечка. И запах такой вишневый, кстати, классный получился. Довольно-таки такой достойный. О, класс, прям вишней пахнет. Так, это сюда, а это в отдельную тару. Вот, смотрите. Прозрачная, вообще просто кристально прозрачная. Такая нормальная, такая вишневая настоечка получилась. А, вишня. О, класс. Обалденно. Сейчас еще постоит, когда в темном прохладном месте настоится, усвоится, будет вообще классно. Ребят, рекомендую. Очень рекомендую, кто не делал, пробуйте делать. Можно на самогоне, можно на спирте, можно на водке. Поверьте, вам понравится. Аромат нереальный. Вкус не пробовал, пока что не хочу. Но я думаю, будет тоже достойный вкус. Еще плюс того, что там мед, он даст свой плюс к нашему продукту. Ну, короче, советую, делайте, пробуйте. Вот такая штука. Ну, а пока что как-то так. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.